Недолгим оказалось семейное счастье Акбуты Ситмагамбет и Даурена Айдаркулова. Не прошло и года, как пара решила разойтись. Об этом официально заявила сама певица. О разрыве она написала целую поэму, и вот вам несколько цитат. «Я посчитала нужным отпустить этого человека и не держать на него обид. Вы не знали, что было между нами, почему он ушел от своей первой семьи, от второй семьи и вот уходит от третьей». Судя по посылу, мы поняли, что актер и экс-КВНчик поступил с Акбутой так же, как и со своей предыдущей супругой. Впрочем, сама певица не впадает в депрессию, ведь рядом с ней, по ее собственным словам, любимый младший брат и близкие ей люди. Даурен же, которому мы позвонили, дабы узнать его видение событий, от комментариев отказался. Ограничился только пространным, посмотрим, что будет дальше. Впрочем, его новоявленная бывшая возлюбленная будущее уже предсказала. Она желает Даурену счастья, даже если у него будет 10 бывших жен. Мы же никак эту ситуацию комментировать не будем, оставим эту прерогативу вам. Делитесь мнениями в комментариях.